Поваров, все уже нарисовали-то? Да? Уже готовитесь, ждете, да? Кто же победит? А какой главный приз? Пока еще не знаете, да? Ну ладно, пускай это будет сюрпризом. Ну что ж, друзья, про Россию, про просторы нашей Родины сложено очень много прекрасных, красивых, душевных песен. Известных песен. Но есть одна, которая еще менее известна, которая только-только набирает свою популярность, свои обороты. Сейчас мы вам ее исполним. Я думаю, что она вам обязательно понравится в ваших сердцах. Для нее найдется местечко. Ну а мужики, кто захочет пригласить женщин, девушек, не стесняйтесь. Поехали! За Россию, за мою!
Спасибо! Спасибо! Любите и цените нашу родину, нашу страну. На самом деле она у нас одна, единственная такая. Ну что ж, друзья, мы продолжаем веселиться. Параня! Поехали! Давай, Вовка! А где ваши ручки? Приготовились! Пляж! Золотятся помаленьку облака.
Мы можем. Подождите, пока рано еще. Сейчас автобус что-то скажет. Да что тут говорит, господи. Ну, пришли, поздоровались, вроде когда, про обновки спели. Песню Дед Мороза спели, снег повалил. Прям шаманы какие-то, не попасть этого слова. Ну вот, минутка патриотизм была. Смотри, не перешамань только. Теперь давайте на самом деле о грузах. Так на Руси повелось, что страдания в основном всегда были женскими. Но мужик такой раз такой, поматросил, бросил, но коллектив у нас мужской. Перед нами очень много красивых женских лиц, поэтому, милые дамы, давайте наконец-то завяжем с этой исторической несправедливостью. Давайте сегодня для вас пострадают мужики. Мы всегда так боимся этой фразы, на самом деле. Да. Не знаем, что ожидать после этого. Ну да. Ну, пить вроде не собираюсь, поэтому давайте, дабы много не говорить, страдания мужские. Ну, коль сегодня праздник, поэтому страдания будут позитивные! Thank you.
врача бокалов такт. Так гуляет же вся Россия, если мы гуляем так. Льется песни, льется вина, и стуча, стуча, стуча бокалов такт. Так гуляет же вся Россия, если мы гуляем так. Самое зажигательное
Завез или кто? Меня погромче в микрофон, а то мужики такие громкие, а я какой тихий. Вот теперь я лучше. Нельзя, отлично. Нельзя. Друзья, подходите ближе, потому что сейчас будет...